Я не люблю весны. Скучна мне оттепель. Вонь, грязь, весной я болен, писал Александр Сергеевич Пушкин. Впрочем, классик русской литературы в своем чувстве не одинок. Без сомнения, ленинск-кузнечане любят свой родной город. Гордятся тем, что в последние годы он стремительно хорошеет, становится более удобным и комфортным для проживания. Но почему-то упорно считают, что забота о нем – прерогатива исключительно городских властей и коммунальщиков. Но разве жители не должны вместе с администрацией прикладывать усилия, чтобы родной город стал уютнее и красивее? Вместо этого продолжают вести себя, как нерадивые родители, ребенок которых не присмотрен и не ухожен. Зимой бескультурья и невоспитанность скрывает толстый снежный покров, но приход весны возвещает о них громко, не стараясь спрятать изъяны воспитания. Кругом мусор, да в таком количестве, что порой кажется, что о существовании мусорных контейнеров ленинск-кузнечане не знают. Сегодня город напоминает одну большую помойку. Чего только не встретишь в эти первые весенние денечки под ногами. Банки, бутылки, тряпки, бумажки, старые ботинки. Все это ставшее ненужным добро на протяжении зимы бездумно и безответственно сбрасывается в снег. И теперь можно смело сказать, что пили, ели и курили жители этого или другого дома в течение всей зимы. Отдельное спасибо владельцам собак. Конечно, в Ленинске существуют коммунальные службы, чья прямая обязанность – наведение порядка в городе. Но перелопатить тонны мусора, которые выбрасывают горожане на улицы, мало кому под силу. Так что наведение чистоты и порядка на улицах сегодня первостепенная задача. В связи с этим в городе объявлен месячник по благоустройству. Каждая пятница – санитарный. А в апреле пройдет большой весенний субботник. В прошлом году в месячнике по санитарной очистке приняло участие более 10 тысяч населения, от школьников до пенсионеров. Порядка 300 единиц различной техники. На полигон вывезено 800 кубометров мусора. А может быть, вместо таких титанических усилий просто-напросто попробовать меньше мусорить?